лучше купить или снимать жилье? Я, честно сказать, даже поражаюсь, откуда у людей возникает мысль там, купить жилье в стране, в которой ты вот, как бы не знаешь ничего. Ну, то есть я понимаю, откуда мысль. То есть человек думает, вот я приеду, так я трачу деньги на рент, а так я жилье купил, и хотя бы я не трачу. Ну, что вам сказать? В приличном месте это надо иметь безумное количество денег, чтобы жилье купить. Это же на кеш, это же наличку. У нас вот, чтобы купить жилье, я даже не знаю, ну, квартирку просто купить, это вам выйдет там, я не знаю, 450-500 тысяч, там меньше-то, я не знаю, как вы умудритесь. Вот, поэтому квартирку. А если домик, там это 800 тысяч вам будет стоить в маломальски приличном месте. Поэтому как купить? Ну, вы можете поехать в такое место, где нельзя заработать ничего. Вы можете поехать куда-нибудь по Флориду, где зарабатывают по 8, по 10 долларов, там вот туда. И купить что-нибудь там за 120, за 130 тысяч дом. Вы можете поехать в Сакраменто, где тоже вот так же зарабатывают, там и непонятно, что там 10% безработица. И там тоже купить вот такой дом. Вы можете жить-то как вы будете. Поэтому я бы сказал так. Езжайте туда, где вы хотите работать и жить. И первое время снимайте. Дальше вы, может быть, куда-то уедете. Вообще, что такое купить жилье? Его же потом продать сложно. То есть цена может пойти вниз, например. А даже если цена осталась той же, значит, вы должны на продаже 5% отдать риэлтору. Вот если вы купили дом за 200 тысяч, 5% – это десятка. Вот просто по факту того, что кто-то вам его там продавал, вы десятку уже потеряли. Да жалко десятку-то, а что же? За десятку в том месте, где дом стоит 200 тысяч, вы за десятку 2 года снимать могли. Понимаете, вот за те деньги, что вы потеряете при продаже. Так какой же смысл был покупать? Так что я... ну, это вот как бизнес делать. Разве можно, не зная брода, значит, там лезть вот в такую воду, откуда можно уйти с очень большими потерями? Я вам расскажу случай. У нас был один дядька из Казахстана, кореец. Он, значит, ну, такой же в возрасте был дядька, так лет 62 ему было. Чего он к нам прибился, я уж не знаю. Мы его отговаривали, как я не знаю что. Но прибился. И вот учился он там, учился. А в это время как раз произошел облом, вот этот вот, 4 с лишним года назад. Банки там все это начало валиться, сыпаться, там еще что-то. И он как-то, да, жилье стало как бы в цене снижаться. А он все переживал. У него были какие-то деньги с собой, ну, не безумные, наверное. И он вот переживал, что здесь все дорого, а он еще по-английски вообще, ну, в ноль просто был. Короче, когда до него стало доходить, что он зря это все делает, он уехал во Флориду. И он как бы вот мне высказывал такую претензию, что вот если бы мы его по-настоящему отговаривали, а вот не так, как мы его отговаривали, то он бы сэкономил много денег, потому что он бы не сидел тут эти полгода там, и он бы не потратил бы вот сколько-то денег. А поехал бы где дешево, купил бы дом, и вот эти деньги сэкономил бы. И он уехал во Флориду и купил себе дом, там, я не помню, там за 200 тысяч. И сейчас этот дом стоит 130. Вот и все. И, знаете, он считал, что он там потерял. Вот он сейчас действительно потерял. Вот. И еще продать тоже проблем. Поэтому я бы не стал вот этим заниматься. То есть это очень рискованное предприятие. Это невероятно высокого риска занятие покупать жилье. Если только вы не приехали там с парой миллионов там, и не купили за 200 тысяч, в крайнем случае, ну пропало так пропало, так уже лучше снимать, я считаю. Пока вы не устроились, не начали понимать, что вы делаете и так далее. Есть люди, которые прожили в стране не один год, и облажались по-страшному с покупкой жилья, хотя, казалось бы, уже что-то там понимали. Понимаете, а когда ты просто с самолета сошел, это, конечно, очень опасно.